Служба безопасности Украины завела новое уголовное дело против священника канонической православной церкви. Виктора Землянова подозревают в разжигании религиозной вражды. Примечательно, что в Ровненской епархии он занимается как раз вопросами улучшения отношений между представителями разных конфессий. Поводом для преследования стало интервью журналистам из России. Такого цирка не видел за всю историю существования юриспруденции. Мне вручили уведомление о подозрении по части 3 статьи 300 и части 1 статьи 161. Это разжигание межконфессиональной вражды. Я давал интервью о том, что раскольники преследуют сегодня святую православную церковь, забираются в храмы и в этом сегодня видят преступление, в том, что я говорил. А то, что били людей, забирали храмы, совершали насилие, то это сегодня не преступление. Ранее священнослужители уже предъявили обвинения по двум статьям о госизмене и распространении запрещенной литературы. Но доказательств, чтобы передать дело в суд, не нашлось. Поэтому, считают в церкви, и потребовалось новое дело. У здания Ровненского управления СБУ в защиту протоиерея собрались десятки людей. Поддержать Виктора Землянова пришли и другие священники, и обычные верующие. Они уверены, истинная причина уголовного преследования – его работа по защите храмов канонической церкви от захвата.